Первый шаг к деэскалации насилия на Донбассе должна сделать Россия. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. Гостин также отметил, приоритетом американской политики США по отношению к Украине является восстановление территориальной целостности и суверенитета страны. Подробнее о визите главы госдепартамента США в Украину в нашем сюжете. Одна из важнейших встреч после смены руководства США. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон посетил Украину. Президент Петр Порошенко назвал этот визит мощным сигналом поддержки украинского государства. Нашей спильной борьбы за демократические ценности. Это поддержка нашей общей борьбы за демократические ценности и свободу. Мы уверены, что и Россия должна продемонстрировать свою добрую волю к мирному урегулированию на Донбассе и прекратить убийства, войну, гибридные атаки на Востоке и в Крыму ситуацию с киберпреступностью, остановить пропагандистскую торговую, энергетическую и другие составляющие российской гибридной войны. Президент подчеркнул, Украина все еще ждет, что Москва выполнит минские договоренности, прекратит огонь, выведет оккупационные войска из Донбасса, обеспечит полноценную работу международных наблюдателей и освободит заложников. Недовольство действиями России высказал и госсекретарь США. Я неоднократно очень четко говорил российским лидерам, что именно Москва должна сделать первые шаги к деэскалации боевых действий на востоке Украины. Они должны уважать договоренности об отведении тяжелого вооружения и позволить наблюдателям ОБСЕ работать. США очень разочарованы отсутствием прогресса, именно поэтому назначаем специального представителя Курта Волкера, который расставит дополнительные акценты. Мы будем координировать усилия с представителями нормандского формата для более быстрой и эффективной работы. Говорили и о Крыме, в частности Тиллерсон сообщил, что вопрос оккупации полуострова постоянно находится на повестке дня. Господин госсекретарь заверил меня, что обеспечение территориальной целостности и прекращение незаконной аннексии Крыма является твердым условием для снятия санкций с России. Пока украинская территория не будет освобождена, о снятии санкций не может быть и речи. Обсудили также дальнейшее сотрудничество между Украиной и США. Договорились расширить контакты между странами. Мы ждем в августе-сентябре визитов министра обороны Соединенных Штатов и министра энергетики США, а также других высокопоставленных представителей американской власти. Свидетельством быстрого развития наших отношений является не только мощная двухпартийная поддержка американского Конгресса, но и поддержка Белого дома, Госдепартамента и американского правительства. Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что воодушевлен украинским прогрессом в проведении реформ. Хочу признать чрезвычайный прогресс, которого достигло украинское правительство в реформах за последние три года. Это довольно вдохновляюще. Я знаю, что впереди еще много работы. Но вижу ваш настрой укрепить безопасность и улучшить экономические показатели. Думаю, в будущем эта страна станет привлекательным местом для иностранных инвесторов. Любовь Задорожная, Александр Бугай, UATV.